Коллеги, всем привет! Дмитрий Кажданов вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Коллеги, сегодня хочу с вами поговорить, о такой, не то что проблеме, о таком, скажем, маленьком нюансе, о котором, скажем, никто не знает, мало кто об этом думает. И, скажем так, такая у многих сразу проблема начинается в голове: а какой же цвет расчески мне выбрать? Значит, смотрите, я вам хочу рассказать вообще историю, вообще философию US Park Professional при выборе цвета. Извините, заговорился. Значит, смотрите, вообще US Park, когда создавал свои оттенки в расческах, и когда он вообще придумывал все эти расчески, он думал так, что вот я создам разные оттенки данных расчесок. Вот, допустим, у меня вот розовый, да, в частности. Вот, и он думал, что при покупке, когда парикмахеры будут покупать расчески, они будут довольствоваться тем, что они будут собирать всю коллекцию расчесок одного цвета. Вот, и, собственно, так и заложил в своей голове и придумал такую концепцию для парикмахеров, что если мы, допустим, покупаем себе расческу, вот такой замечательный хвост 102, то, для милирования, кстати, замечательный хвост, то и кисточку для окрашивания мастера будут покупать также розового цвета. Расческу для тушевки, к примеру, да, вот такую замечательную, тоже розовую мастер купит. И вот такую расческу для начеса и расческу для амбре, то есть, как я рекомендую эту расческу даже использовать при начесе, при амбре, мастер тоже будет покупать. То есть, короче, мастер будет покупать все одного цвета. То есть, мой вам совет и вот совет самого US Park Professional: если же у вас есть какой-то любимый цвет, то вы можете собрать расчески все одного цвета. Но при этом вам никто не запрещает, к примеру, добавить себе в коллекцию зеленую расческу, к примеру, да, или, допустим, вот красная расческа, да, или еще одна вот такая замечательная, тоже красная. То есть можете делать такой микс из расчесок, чтобы расчески у вас были разных оттенков. Но просто помните такую замечательную философию US Park Professional, да, что он говорил, что достаточно собирать все расчески одного цвета. То есть, это как бы будет круто, что у вас расчески все одного цвета. Допустим, если вы фанатик розового цвета, то значит вы покупаете расчески все розового цвета. Вот. Если вы любите красный, то вы, собственно, покупаете все расчески красного цвета. Вот. То есть, решать вам. Либо создавать все однотонное, либо создавать какой-то там микс из расчесок. Вот, в принципе, о чем хотел сегодня с вами поговорить. Наверное, я ничего не забыл. Если же вдруг забыл, я вам, опять же, кидаю, расскажу в своих видеообзорах. А так, по выбору цвета вы теперь знаете, что, как и зачем, почему эти расчески такие разноцветные. И, собственно, саму эту историю. Вот, можно сказать, даже это легенда самого Ян Су Парка. Да? То есть, его, вот кто не знает, US Park расшифровывается как Ян Су Парк. Собственно, сам создатель. Кстати, с ним знаком замечательный дядька. Вот. А с вами был Дмитрий Каждан. Ставьте мне пальцы. Я буду рад, если вы меня поддержите в этом. Также, коллеги, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылку я укажу в описании. Также заходите на наш сайт shopcoms.ru. Также буду вам безумно благодарен. С вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока!